В Нерюнгринском медицинском колледже подвели итоги отборочных соревнований молодые профессионалы по компетенции медицинский и социальный уход. Это самые масштабные в России соревнования по стандартам WorldSkills. О том, как проходили конкурсные этапы в Нерюнгри, об их участниках и победителях расскажут наши корреспонденты. В результате развития науки и технологий во всем мире стала необходима интеллектуализация многих специальностей среднего профессионального образования. Поэтому главной целью отборочных соревнований в медицинском колледже стала реальная возможность студента оценить свой уровень профессиональной подготовки. Принимая участие в качестве экспертов от больницы в этом конкурсе, хотелось подчеркнуть очень высокую подготовку наших студентов именно вот в практическом деле, в теоретических знаниях. И как бы вот наша задача сегодня вместе с колледжем подготовить таких студентов, которые примут участие на республиканском уровне и войдут в состав республиканской команды. 10 лучших студентов Нерюнгринского медицинского колледжа и 12 статистов прошли серьезный конкурсный путь на протяжении 5 дней, в течение которых выполняли задания разных модулей, такие как оказание неотложной медицинской помощи, уход за пациентом, обучение пациента и умение оказать самопомощь в аварийных ситуациях. Знания и мастерство учащихся оценивали эксперты. 9 экспертов, 6 – это представители нашего медицинского колледжа, это преподаватели, и ежедневно 3 представителя наших работодателей. Победителем отборочных соревнований стал студент 2-го курса Семен Новгородов, который получил путевку для участия в открытом региональном чемпионате, который будет проходить в феврале в столице республики. Ну, уже психологически уже чуть подготовлен, вот так. Будем стараться быть достойным соперником. Помимо основных конкурсных мероприятий, для участников и статистов прошли интереснейшие тренинги, позволившие ребятам настроиться на позитивный рабочий лад и повысить свои профессиональные знания. Екатерина Павлова, Аял Амосов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.